Просили рассказать о дыхании по методу Бутейко. Подробно вы, конечно, можете прочитать в моих книгах «Целительные силы», в книгах о дыхании, а также в газете. Но читать особо не любят, попросили рассказать. Тем более, я сам знаю, что вообще-то инструкцию читать трудновато, вникать во все это. Очень хорошо, когда с тобой рядом знающий человек, и он все это тебе, так сказать, опа, быстренько расскажет, что тебе там даже не надо ничего делать. То есть, в суть. Так вот, Константин Павлович Бутейко, суть заключается его метода в том, что он на особом там приборе, который снимал, это еще, наверное, 60-е годы, если не 50-е годы, снимал где-то 20 с лишним показателей, различных показателей того, что происходит в организме человека при манипуляции с дыханием. Он сам болел злокачественной бронхиальной там астмой и с гипертонией вроде бы там она сочеталась, что примерно он рассчитал как специалист, что ему где-то остается примерно от 3 до 6 месяцев, ну примерно так, я насколько помню. И все, его не будет. Вот он искал, конечно, метод, как это избавиться. И однажды, поднимаясь по лестнице вверх, астматики, значит, задыхаются. Вот, и он начал задыхаться, и потом как-то он задержал дыхание, и через какое-то время почувствовал облегчение, и начал уже тщательно заниматься этим вопросом, что же происходит при задержке дыхания. И вот им было установлено, что когда, оказывается, здоровье организма зависит, это очень важно. И это основополагающее, знаете, вот это фундамент, на котором строится, можно сказать, все оздоровление человека, его здоровый образ жизни. Можно различными вещами заниматься, но важно понимать, что все строится со здоровья клеток. В клетках имеются ферменты. И эти ферменты, их огромное количество, там 700 или там более, там, они активны тогда, когда имеется внутри определенная концентрация углекислоты. Вот им было установлено. И им была установлена следующая связь с содержанием углекислоты, концентрации в клетках и, как бы сказать, со здоровьем человека. Если ее мало, эти ферменты не активны. Если ее достаточное количество, которое должно быть, а это именно, вот смотрите, зародыш развивается необыкновенно интенсивно, вот можно сказать, вот этой закисленной среде углекислым газом. Там все механизмы работают на полную мощность. Казалось бы, вот кислород, кислород, кислород. А кислород, если вымывает углекислоту, мы дышим. А углекислота именно является тем элементом, от которого зависит связывание кислорода. Видите, какая взаимосвязь? И это в основном было установлено им. И вот чем значит, меньше в клетках углекислоты, тем хуже здоровье. Гипертония, там различные, вот это астма. Астма — это уже попытка организма на то, чтобы удержать насильственно за счет спазма углекислоту в организме. Ну и огромный ряд других заболеваний. То есть это им было установлено. Как эту углекислоту теперь накопить? Логично напрашивается простой ответ. Это задерживает дыхание. И вот тут его методика разделяется, как бы сказать, на несколько направлений, которые связаны с тем, что у вас
Как задержать это дыхание? Можно, и он рекомендует, с помощью такого тихого, растянутого дыхания, которое человек делает неслышно и не видно. То есть вы сами не должны его ни слышать, ни видеть. Естественно, вначале мы будем сопеть и так далее, но метод-то называется волевая ликвидация глубокого дыхания, глубокого и частого дыхания. Когда человек дышит уже не носом, а ртом, а надо дышать так, вдох, выдох, и так вдох, выдох. И либо просто-напросто выдох, и сколько не можете дышать, ну, до первого чувства удушья. И потом плавненько делайте вдох. Немножечко чуть подышали и опять выдох. Не до конца, а так средний. И до первого появления желания вдохнуть. Важно здесь не раздышаться. И так делается несколько раз в течение дня. И что вообще служит индикатором того, что у вас получается правильное дыхание, это контрольная пауза. То есть вы выдыхаете в начале занятия. Вот я беру секундомер, у меня нули, да? Я выдохну, не полностью выдохну. И задержу дыхание, насколько я могу терпеть. А потом посмотрю. Нажму на стоп, посмотрю, какая у нас вот эта так называемая контрольная пауза. Далее я проведу тренировку, ну, в течение примерно 5 минут. И вновь сделаю эту, значит, контрольную паузу. И если она увеличится, то есть я вначале задержу, грубо говоря, там на 30 секунд, а потом она хотя бы там на 33 секунды, 35 секунд. Это очень хорошо, значит, я работаю правильно. Плюс ряд симптомов, которые указывают на то, что происходит накопление углекислоты, это начинает выделяться тепло. Щеки ваши начинают потихонечку разогреваться, вы начинаете расслабляться, успокаиваться, ритм сердца у вас уменьшается. То есть это тоже такие косвенные показатели. Особенно следите за тем, как щечки начинают гореть. Итак, начинаем тренировку. Вот я показываю. Нули. Я делаю обычный выдох, не полный. Старт. Вот мне захотелось вдохнуть. Я медленно, плавно вдохнул, значит, не так, как из воды будто выныриваешь. И у меня контрольная пауза, вот смотрите, очень маленькая вообще. 18 секунд и 19 сотых. Теперь я поставлю на таймер. Таймер я поставлю на, ну, поставим на 5 минут. И подышу вот так вот растянуто. И после этого я сделаю опять замер. Вот это будет, грубо говоря, 5-минутная тренировка. Так желательно делать примерно минут 10-15. И этих тренировок в день, ну, штук 5-6, если вы хотите прогрессировать. Итак, я нажимаю, делаем 5-минутную тренировочку. Значит, дыхание просто-напросто растянутое, тихое, неслышное. Вы не увидите, что грудная клетка раздвигается, живот выпячивается. Нет, это очень тихое дыхание. Бутейко так его назвал. Затаивание дыхания. Итак, поехали. 5 минут. Thank you.
2:45 я почувствовал, что щеки начали теплеть. Мышцы начали расслабляться. Важно выбрать такой темп дыхания, вдоха-выдоха. Это не засасывание воздуха, это не полное дыхание. Это вот чтобы, знаете, так оно какое-то среднее дыхание, чтобы не было видно и слышно вам. Вот этого важно добиваться. И тогда это будет то, что надо. Итак, я продышал вот так вот 5 минут. Теперь я делаю. Не сразу, естественно, это все будет получаться. Но главное стараться. Было 18,19 секунды. Насколько у меня в организме накопилась углекислота. Итак, я делаю вдох средний. Далее за ним последует средний же выдох. И вот мне захотелось вдохнуть. Задержка дыхания возросла до 24 секунд, до 24,34 секунды. То есть тренировка примерно вот так вот она и должна выглядеть. И это говорит о том, что она была сделана правильно. Я особо этим дыханием не занимаюсь, просто я знаю азы, ну и думаю, в конце концов, этим делом заняться, потому что я встречался с людьми, которые занимаются этим делом, и они очень и очень положительно об этом отзываются. Вот, что касается методики волевой ликвидации глубокого дыхания по бутейка. Делать его лучше всего сидя. Спина должна быть прямая. Ничего вас не должно отвлекать в это время. И здесь, конечно, требуется огромная самодисциплина. Чтобы был эффект, вот где-то от 5 до 8 раз в день надо им заниматься, минут по 10-15 примерно, чтобы у вас произошла наработка того, как надо дышать, чтобы вы научились контролировать свое дыхание
накопили углекислоту и почувствовали эффект. Что бы еще хотелось вам сказать? Вот я сейчас сел полулотос. Чтобы вы делали это упражнение в комфортных условиях. Чтобы вам было комфортно сидеть. Чтобы вы могли расслабиться. Чтобы вас ничего не отвлекало, ничего нигде не болело и ничего нигде не затекало.